Мы уверены, что расстояние не преграда для ярких, целеустремленных и перспективных молодых профессионалов. Региональный чемпионат проходит под патронажем правительства Республики Мариэл. В республике открылось 12 площадок на базе техникумов колледжа Республики Мариэл. Всего соревнования пройдут по 6 компетенциям. Это основной состав студенты, по 6 компетенциям для юниоров. И у нас в составе чемпионата еще чемпионат навыки мудрых, там 3 компетенции. Всего в этом году 41 компетенция. Это очень ответственная задача. Мы целый месяц готовились, на нас надеялись, что мы будем участвовать. Сложностей так таковых нету. Если побольше потренироваться, то сложностей не будет. Главное хорошо читать. Математика тут больше всего-то. И вся обстановка была доброжелательная, хорошая. Они, конечно, волновались, но у них все получилось. Я думаю, все это по заслугам. Насчет задания, конкурсного задания для участников, могу сказать, что каждым годом относительно становится труднее, потому что уровень регионов каждым годом растет, и поэтому группа сертифицированных экспертов, которая занимается разработкой конкурсного задания, каждым годом что-то новое добавляет для того, чтобы уровень профессионализма каждого региона рос выше. Это было очень неожиданно. Для меня это была большая честь поучаствовать во всем.